Привет коллегам из индустрии развлечений, особенно семейных развлечений. И, конечно, хочется отметить, и как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И как здорово, давайте поставим на паузу. В Россию вписались, зашли и себя чувствуют Activity Park и детские игровые комнаты. Ну, как себя хорошо чувствуют? Хорошо чувствовали, на самом деле, потому что с каждым днем открывается все больше, и конкуренция настолько ожесточается, что хозяева и управляющие похожих развлекательных центров должны задуматься, а чем же нам стать лучше и как же нам выделиться на фоне конкурентов? Понятно, сервис, понятно, активности, но и я думаю, что уже пришла пора сделать что-то новое, что-то, до чего еще у конкурентов не дошли руки и что-то, о чем конкуренты не делали. Компания SkyProduction в моем лице сейчас предлагает вам рассмотреть подборочку activity экспонатов, которые, безусловно, позволят вам и увеличить чек, и сделать этих чеков больше, и расширить формат работы, соответственно, аудиторию, а в общем-то увеличить вовлеченность в ваши процессы, ваших посетителей. Давайте обратим внимание на, например, зеркальный лабиринт SkyMaze. Немножечко остановимся и объясню. Данный аттракцион мы делаем лучше всех в Европе. Данный аттракцион, мы самый крупный производитель данного аттракциона в Европе. И, собственно, есть много вариантов моделей, разновидностей зеркального лабиринта квест. Это то место, куда дети будут приходить многократно. Это то место, где будут получаться отличные фотографии. Это то место, которое поразит вас в эффекте вовлеченности, я бы сказал. И обратите внимание, вы можете его вписать в ваши программы дня рождения, допустим. Потрясающие фотографии, правда, получается. Для детей это вообще отдельный мир. Поэтому зеркальный лабиринт SkyMaze — это то, на что вы должны обратить внимание. Даже зона в 30 метров может работать просто потрясающе. И мы готовы экспериментировать, пробовать. Обращайтесь, мы предложим много разных решений. Комната Эймса. Это буквально 25-30 квадратных метров станет местом волшебства. Но каждый ребенок хочет стать взрослым, каждый ребенок хочет вырасти. Комната Эймса позволяет ему осуществить эту мечту и осуществить ее в мгновение буквально нескольких шагов. Можно добавить activity, какие-то функции. И, в общем-то, комната Эймса, немножко давайте вернемся, она может быть оформлена, да, вместо там окон, может быть, там элементы вашего брендинга, там логотипы, например, замание прекрасно пишется. Обратите внимание на комнату Эймса. Это может быть такая, может быть, даже временная зона в вашем парке развлечений, которая покажет вашим гостям, что вы меняетесь, вы удивляете, и вы не перестаете быть интересными. Комната Эймса, номер 2 в нашем списке. И дальше переходим на activity экспонат «Контактная стена». Прекрасно себя чувствует в парках игрового обучения. В общем-то, собирает и детей, и взрослых, дает волю и фантазии, потому что можно и отпечатки рук, и всяческие изображения, и вместе, и телами прильнуть, получить изображение своего тела, там, либо части тела. В общем-то, в разных цветах, исполнениях мы делаем, и металлические, и пластиковые. Обращайтесь тоже. Потрясающий совершенно экспонат. Различные версии его существуют. Видите, детям нравится. А дальше у нас номер 4, получается, в нашей коллекции. Это генератор Вандерграфа, да, то есть здесь ребенок получает представление о всем волшебстве электричества, да, то есть безумно классные тоже фотографии получается. Ребенок получает этот вау-эффект, и на самом деле, ну, действительно, стоит попробовать. А почему? Потому что, кстати, вы можете продавать посещение вашего парка как еще элемент какого-то дополнительного образования. То есть вам это позволит работать с образовательными учреждениями, с какими-то партнериться и школами, и детскими садами. В общем-то, посещение вашего парка в этом плане будет представлять для них большую ценность. Генератор Вандерграфа. Обратите внимание, совершенно волшебные вещи творит, да, и детям, и взрослым очень нравится. Ну, значит, Tesla шар. Ну, а почему бы не поставить его, например, на входе, выходе, и ребенок тоже получит прекрасные эмоции, классные фотографии и какое-то понимание функционирования. И вообще, уверяю вас, вот зона в 50 квадратных метров, которая будет позволять ребенку понимать и физические, и химические законы электричества, даст как бы еще один плюс к вашему парку, и посещение гораздо будет положительнее восприниматься. Голова на блюде, тот экспонат, который мы делаем для парков игрового обучения, может
стать прекрасной зоной и временной, и постоянной, и которая, конечно же, может быть и брендированная, и уж какие фотографии получаются, и как детям нравится, вы можете наблюдать. Очень здорово смотрится, очень классные фотографии. А далее экспонат движущийся скелет, да, скелет движения. В парках игрового обучения, экспериментальной науки мы его ставим. В чем его суть? То есть мы... Это подборка activity экспонатов, то есть везде у нас задействованы движения. Ребенок садится на тренажер, начинает крутить педали, и дальше вау, происходит то, что он видит работу скелета. То, как движется его скелет синхронно с его движениями. Тоже потрясающие фотографии, вау-эффект и небольшое пространство, что этот экспонат занимает, конечно, делают его плюсом в любой коллекции ваших экспонатов и ваших развлечений. А вот на этом мы остановимся подробнее. Magic Airways – это новинка, безусловно, для российского рынка. Это новинка, которая детьми воспринимается как нечто волшебное. Она просто заставляет их прильнуть к экспонату, она просто не отпускает их, потому что ребенок отправляет либо мяч, либо платок в волшебное путешествие по лабиринту из труб, препятствий, ловушек, и невозможно оторвать взгляд. И давайте подробнее остановимся на экспонате Magic Airways. Это очень новый экспонат для российского рынка, мы уже третий, кстати, ставим. И смотрите, несмотря на всю простоту, это базовая модель, детей невозможно оторвать. Для детей это целое волшебство, для детей это безусловный элемент активности, это то, что может разнообразить и жизнь вашего парка, и как-то привлечь, и можете в тех же дня рождения в пакетах задействовать. В общем-то, действительно новинка и действительно вау-эффект с точки зрения того, что визуально это очень все красиво воспринимается, и в принципе и детям, и взрослым нравится. В общем-то, Magic Airways мы можем делать в разных цветах, с любой конфигурацией стен, потолка, можем выполнить в виде объемной конструкции, которая может уходить наверх, вниз, огибать пространство. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, потому что действительно новый экспонат, и недорого стоит, и действительно может привлечь дополнительно и взор ваших посетителей, и вау-эффект создаст, и по-настоящему вы покажете, что вы думаете о посетителях, думаете, чем удивить, и думаете, как главное выделиться на фоне конкурентов. Обращайтесь в компанию Sky Production за инновационными решениями. Будьте с нами. Спасибо за просмотр. Обращайтесь к нам. Activity экспонаты Sky Production. Пока.